Ой, ребят, прекрасный денечек, знаете, только что провел какую-то бизнес-встречу очередную, вот еду на своем Аурусе, сейчас вот с мужичками договорились тут встретиться, перетереть там бизнес, всякие схемы обсудить. О, мужики, здорово, че вы как там сами? Кирюш. Привет, мужик. Привет, мужик, здорово. Че, а где этот, где Ярославчик-то наш? Че он там? Он пошел там что-то закупиться. Что-то закупиться, да, посмотрим, что он там делает, подожди-ка, ну-ка, че там... Здравствуйте, гости! Заходите в наш магазин, покупайте разные вещи! Кирилл. Его на последней стрелке контузило, что ли? Видимо. Он точно с нами? Выбор большой, всякое найдется. Может, поедем? Может, поедем? Реально вопросы какие-то решаем. Возможно ли, но... Нет, слушай, хотя подожди. Слушай, а он прав. Ты смотри, иди сюда, подожди. Видел, тут какие-то на столбах появились штуки какие-то, вот эти штуки, клоунские какие-то? Потящиеся. Подожди, а вы какой-то праздник, что ли? Ну, подожди, вы Ярика спросим. Подожди. Ярик! А-а-а, что, мой друг? А что за праздник сейчас? Расскажи нам. Хэллоуин! А-а-а, Хэллоуин в городе? Так надо тогда все бизнесы эти вопросы-то оставить в сторонку и отпраздновать как следует. Как думаете? Ну, грузитесь ко мне. Ну-ка, все, я сегодня личный водитель. У меня самая стильная машина у меня. Не надо на ваших ведрах. Я спереди. Я сзади. У вас какие-то ведра вообще, ребят. Вы что? Вот смотрите, как должен Аурус выглядеть. Ну, это же с графикой, это как смотрится сочно на GTA 5 RP. Здорово, дорогие друзья. С вами Александр Булочкин, Жужун-младший. Убери светящиеся штуки, пожалуйста. Убери, пожалуйста. Не надо их. Не надо. Салон дорогой, убери, пожалуйста. Убери срочно их. Они портят атмосферу. Они портят. Смотри. Убирай. Делаешь вот так вот? Что? Ну. Выпыливаешь. Смотри, Кирилл, смотри, что он делает. Смотри. Потом делаешь вот так вот. Смотри. Вот так ты вот. Понимаешь, да? Но он не понимает, как его. В таких машинах такие, ну, клоуны не ездят, я, Эрик, понимаешь? Ну, ладно. Что это такое? Давай серьезнее немножко. И Кирюша с нами! Привет всем! Здорово, ну чё, здорово! Короче, тут так получилось, ребят, не обессудьте, мы, когда Хэллоуин был, были в другом городе. Да, ты его видишь. Да. Я на карте метку ставил. Ну, Кирилл был с... О, вот это нормально, да? О! Я, кстати, так же паркуюсь. Подожди. Дома. Поможешь? Моя. Твоя? Это моя, погоди. Ну-ка, давай. Реанимируй. Да давай потом эвакуаторщику вызовем, нормально. Ну не говори всем, что у тебя машины все в кредите, а это твоя настоящая. Да тихо, тут перебрать надо, поддон, ладно, потом займусь, потом. Кирилл, я понимаю, что ты молчаливый, но ты сегодня, по-моему, вдвойне молчаливый, в ахуе, да, происходящего просто. Короче, был Хэллоуин, вот, а мы были в Воронеже, но те, кто подписан на телегу, я думаю, те знают, поэтому мы немножечко пропустили, короче, украсили у нас штат, штат теперь весь светится, понимаешь ли, мы... Эрик, точно, ну, не контуженный? Эрик, где контузило, хоть скажи? Это на Хэллоуине, там башкой об тыкву ебанулся. Бля, кстати, а почему тыква? Кто-нибудь задумывался, почему типа Хэллоуин вот тыквы? Вот, не арбуз. Почему-то, я не знаю, не лимон там, я не знаю, или не знаю. А, тыква не дыня. Красивая. Не, ну почему тыква? Тыква это же, ну что-то вообще непонятно. Короче, ладно, дай я расскажу. В общем, в Воронеже мы были. А Хэллоуин, в общем-то, получается, мы не особо-то не отмечали, мы там другими делами были заняты, ну, если, да, это можно, если можно так назвать. В общем, а в это время у нас ивент добавился, хэллоуинский, в общем-то, там квестики, все эти штучки. Кстати, я на самом деле зря попросил... О, мне пацан звонит какой-то, ну-ка. Алло. Алло, Путин, это ты? А вы куда звоните? Саня, привет. Здравствуй. Тебе можно ручку подать? Подъезжай, сейчас на ивенте будем. О, хорошо, сейчас подъеду. Давай. Как пробивают. Что там по бизнесу, да? Да, по бизнесу. Да? По бизнесу руку пожать и сгорят миллион сразу контракт новый, Кирилл. Нормально. О, неплохо. Нормально деньги делаю. Короче, это Хэллоуин у нас. Ивенты, квесты, украшения, все такое. Я зря админов попросил день сделать. У вас же ночь, да, я так понимаю? Да. Мы потом это самое попробуем попросить. Я, мне кажется, уже задолбал. Великие гонки снимаю, это вообще отдельно, конечно. Обидно, ну, только да. Так. Только так пляшу, так сказать. Так, значит, ага, правильно я приехал? Ага. Да. О, что? Меняется, меняется. Так, Кирилл, ну-ка, экскурсовод, давай. Тут квесты всякие есть, сразу в магазин, да? Так, мы можем сразу в магазин, потому что мы, так сказать, немножко к этому моменту подготовились. И я, так понимаю, добавлено два авто... Ярик. Можно приодеться немножко? Я твою задницу блестящую вижу, блядь, за полкилометра, ты понимаешь?
Чуть-чуть, ну, чуточку, давай, чуточку. Вот сюда. Когда я контуженный. Чуть-чуть, это самое. Я понимаю, что ты фанат творчества, это самое, фильма Борат, но это... Так, купить машину, ага. Ну, не буду делать вид, что я не видел. Я видел уже, что здесь добавили. Добавили Hi-Fi Z. Это такой у нас электрокар, который выглядит как гиперкариус. Она по факту он едет как... Ну, не, нормально едет, конечно, но... Не, он прикольный, кстати. Ярик, не говори, что ты покупаешь. Кирилл тоже не говори, что ты покупаешь. А вот это, вот это интересный аппарат. Шестиколесный гладиатор апокалипсис. Вот я не так выбрать-то. А вот я уже интересный. Выбрал. Так, подожди, ну-ка, цвет, ну тут понятно, что... Это... Покупаешь? О, салон меняется. Просто ну, как будто... Берите, тут, берите, тут, берите. Тут давай... странно. Давайте выбор. Так, стоп, берите, разъезжайтесь, тюньте, и встретимся где-то... Вот, чтобы сейчас все разъехались, и мы не увидели машину вообще до этого самого, до момента тюнинга. Нет, кстати, купил. Hi-Fi? Прикольно. Я уехал. Конечно. Прикольно, он выглядит интересно. Интересно. Прикольный! Но он выглядит прикольно, он вживую, он очень широкий, я его видел вживую. Он широкий, да. Он, жопа такая жирная прям. А почему, объясните, этот, Хэллоуин, какая связь? Ладно, еще гладиатор 6x6, а при чем тут Hi-Fi? Я тоже не понял сейчас. Мне вот интересно, на самом деле, вот обратиться к разработчикам, как они, чем они руководствуются, когда добавляют те или иные машины? То есть это же какое-то вот... Вот интересно обратиться, согласен. Как вот это почему происходит? Почему нету нормальных машин? Ребят, да, ну-ка это... давайте так, стоп. Вот кто какие машины хочет, я лично позвоню по этому аппарату и скажу, ребята, вот все хотят эти машины. Пожалуйста, в комментариях, какой вот какие автомобили вы хотели бы, чтобы добавили? Вот мы лично решим этот вопрос. Ну, а пока довольствуемся тем, что... А, кстати, подожди. Ну, как-то смотрит... Ну, ладно, это еще перекрасим. Я уже почти в тюнинге. Я купил. Только... А у меня места нет. Молодец. Красавчик. Я пошел решать этот вопрос. Так, а еще у меня должен пацанчик-то это самое... Наш контракт. На миллион. Да, на миллион. А где он? Подожди, мне надо с ним поздороваться. Ладно, я сейчас быстренько разгоняю, решу вопросик и приеду. Ребят, у меня есть вопрос. Ну-ка. А ну. Я сейчас просто, ну, вот мне позвонил абонент уже, правильно? Да, Я сказал, что я буду на ивенте. Так. Я подъехал, ну, сейчас, да, как бы разобрался с этим, с домом. Ну, с местами, точнее. Я сейчас жестко флексю на входе в иду этот самый, ну вот на кладбище получается, как бы это странно звучало. Я не знаю, как подать еще мне знаки внимания и как бы как сделать так, чтобы он меня увидел. Просто, возможно, он тут есть, но я не знаю, кто мне звонил. Тоже верно. Как я уже сделал всю машину свою. Я понимаю, что это было долго. Я сейчас пробегусь, может быть, кто-то на меня обратит. О, подожди, может это он? О, ты звонил. О, привет, привет, привет. Все, мы нашли друг друга. Фух. Я уж думал, знаете, пообещал и сдержал слово. Но нет, это на меня не похоже. Это на меня не похоже. Так, ну теперь можно спокойной душой бежать, пожав ручку и покупать автомобиль. Так, мне кажется, знаете что? Ярик же шизанутый у нас сегодня, я правильно понимаю? Ну я так! Или хайфазанутый. Ты вообще купил интервью? Ну, мне кажется, что по настроению твоему блядскому, как будто да. Я как бы не хочу ничего говорить. Так, беру она вот такой. Она была одна на сервере? Ну, кстати, да. Это, мне кажется, что тут как будто выбор очевиден. Так, а где она появилась? На парковке? А, кстати! Подожди, стоп. Мне админы же выдали день, а я выехал отсюда, у меня ночь. Поэтому ничего менять не надо будет. Так, подожди, где у нас... я поеду сюда. Вы где территориально, малыши? Карандаши. Я катаюсь по городу. Подожди, а если мы с тобой пересечемся, это как-то будет... Не-не-не, я далеко от тюнинга. Подожди, я могу сказать одно. Моя тачка неплохо очень едет. И самое главное, ебать, как стоит на... Что вы, блин, подожди-ка. Ярик, у меня читерская. У вас читерская машина? Вот так, чисто по ощущению. Ну, как будто да. Ну, да. Мне кажется, что... Ярик и Кирилл взяли точно так же, как кого? Я, Hi-Fi, да? Ты Hi-Fi взял? Не знаю, сейчас протюнингую. Давайте место сбора, раз мы протюнились уже, где мы встречаемся? Я знаю, что Мишкан бы точно взял. У него как бы это, ну знаете, вообще говорят, что, ну, о владельце может рассказать его машина. То есть, ну мне кажется, у нас так, точно и что бы он взял бы? Гладиатор, конечно. Типа, знаешь, ну если типа, у него большой тип. Ну да. Типа ты компенсируешь таким образом. Не, ну тут для меня выбор понятен, я не знаю, типа, что вы там взяли. Для меня как бы я даже вот, ну, особо-то не раздумывал. Так, тюнинг. Блин, электрокар же не ставим по размиссию, получается? Нет. Это он так байтит и не понимаешь? Я тоже не понимаю, либо жестко обманывает. Ебать, ну сейчас, либо... Что? Нет. Чего? Ты реально Hi-Fi взял? Не знаю, сейчас увидите, еще какая разница-то вам. Подожди, нет, на вкусах, во-первых, не спорят, давайте так, да? Mm-hmm. Договоримся. Ни хрена себе. Ага, ну кстати, вот, ну нет, ладно, так, подожди. А так? А, ни хрена! Фуря! Подожди, чего? Стоп, это я прав? Нифига! Ого! Все, Кирилл! Ого! Ого! Там ого, как я не понимаю. Прям сейчас?
А, ну-ка. Там воля, что ли? Да-да. Сейчас, сейчас, сейчас. Что происходит? Не горячая? Сыром. Еще и курочка. Ну, голень. Это слово голый? Спасибо, сейчас мне тут вопрос надо решить важный. Так, у меня что-нибудь продолжается, извиняюсь. А что тут? Ну, кстати. Эрик, давай. Дадим нас заправку. Много не бывает. Дадим нас заправку? Давай. О, вот это кайф. Подожди, стоп. Хотя, мне кажется, вот так. Мне прикольно. Не, так пустовато уже, пустовато, надо вот так. Так, это решили, это сзади, да? Ну да, это нахрен не надо, зачем оно нужно? Так, Ребят, вот это стиль. Ну, блядь, ну только вы, надеюсь, сделали, ну, стиль? Или утиль? Да, или я жесткий стиль сделал, вообще, это рецепт. Ну, мне Эрика жалко сейчас, ну, в принципе, вообще. Так, ну, наверное, как будто, хотя, блин, как будто, я не знаю. Какие колеса на хай-фай, вот, по-вашему, смотрели-то? 79-й. Там байтит, 121-й. 121-й. Блядь. 79. Кстати, 21-й смотрит, 79. Вы рандомно сейчас называете или? Не, да. 79 это какие-то МГшные, нет? Что такое? Так, колеса на хай-фай, колеса. Ты мне заезжать? Так, вот ну, это, я тут, кстати, я вот знаю. Самое нормальное, на самом деле. Может, сначала трясь, потом уже сани? Давай, давай. О, какая хуйня. Ты уже готов? Да. Вы сейчас уже встречаетесь? Подожди, почему только... Кач, кач, это ты? Почему? Что? Ну ладно, нет, ну это лучше. Подожди, не буду, я ничего не буду говорить. Блядь. Лучше вот так чуть-чуть. Чего вы делаете, алё? Взорвали. Нас чуть не взорвали. Привет, садись, поди себе. Подожди. Эрик, это пиздец. Еба. Чё он сделал, блядь? А сколько денег ты на это потратил? Что там, подожди? Он тюнинг колёса сделал, что ли? Алло. Пиздец. Ты увидишь. Вы где встретились, алё? Ебать! Заправка. У меня так... Какая? 19. 19 тут нету? Нет, это 19-я заправка. 19-я заправка. А, недалеко от меня. Ребят, вы готовы? У меня стиль получился. Я не знаю, типа, я не знаю. Я бы вот на такой, я бы в жизни бы это самое покатался бы, если честно. Вам признаться. Нихуя она едет. 15. Подъезжаю. Давай. Я думаю, у вас два гладиатора. Да, вижу. А где вы? А. Ебать, это кто нахуй? Подожди. Кто есть кто? А. Право, посмотри, что от меня стоит. Ты сам реально контуженный, блядь. Да. Почему стал похож, во-первых, на зикар какой-то, блядь? А как по-другому же с этой машиной было? Сложно оценить, на самом деле, в данный момент полный контраст, поэтому я сейчас обращусь, пожалуй, к админам. Вот сейчас вот извиняюсь, конечно, но придется обратиться, чтобы они выдали день. Чтобы они не выдавали день. Ты моды поставил, да? Да. Это не в стоке так. Не-не-не. Подожди, ты сейчас ездил настроить колеса? Да. Не, на самом деле, подожди, что-то в этом есть. Самое страшное, что в этом что-то... Я пошел. Подожди, нет, что-то в этом есть. Подожди, что-то в этом есть. Ну, типа, это... Это он, типа, хотел гладиатора купить, но купил это. На деньги не хватило. Подожди, а ты пробовал его в белом свете? Он не лучше смотрится? Нет, мне прям черный бетон понравился. Доедь, подожди, это очень интересно посмотреть. Кирилл, мы твои должны обсуждать. Белым полностью? Да, попробуй белую. А подожди, она двуцветная, типа? Ебать, она прикольная! Кирилл, она прикольная! Чего? Ты ещё ей, знаешь, как... Ой, не туда сверну, подожди. Подожди, она реально... Я его догнать не могу. Подожди, она прикольная, что? Ебать, он едет, что? Не, просто если бы он... Ебать, он хуярит, жучара, смотри, такой, чисто... Смотри, пиздюк такой, блядь. Чисто на электротяге херачат, блядь. Бля, он прикольный. Кирилл, тебе не нравится? Ну, это типа, знаешь... Нет. Если бы он просто его сделал, типа, белый хай-фай, типа, ну, как будто бы, ну, такое. Не интересно посмотреть на него в белом цвете. Ну, ладно, Кирилл, мы агрессивнее. Белый не очень. Мы с Кириллом агрессивнее выглядим, я согласен. А это даже... Так, кабриолет вообще прикольный. А я даже этот винил, кстати, не увидел, потому что он... Кстати, белый лучше. Ну да, мне тоже белым больше нравится. Ярик. Вот с черными колодцами вот такими больше нравится. А мой-то как? Ну, сомнительно. У меня красный фарес еще. Ну, просто черный, как будто... У тебя обычный, как у всех будет такой. Ну, а какой надо-то, подожди? Ну, он, типа, должен быть черный. Вот такой винил прикольный, там, цвет менять можно. Ну, вот я его не увидел, видимо. Я увидел с этими, с птенчиками, со всякими этими штучками и понял, что это, ну, лучше оставить. Знаете, что я предлагаю? Мы же пацанам, ну, как бы обещали, что вот, ну, там, недавно, ребята, с чего выходила... Фара, главное. Великая гонка, великие гонки. В общем, ну, сегодня Макса же нет с нами. Он же, как обычно, прогуливает. У меня есть идея. Мы сейчас устроим маленькие великие гонки на этих тачках. Ух ты. Как вам так? О, бандиты какие-то. А? У вас нет шансов. У нас?
Ты не знаешь, что я хочу предложить. Просто чисто вот так по приколу, без наказания, без всего. Смотри, отсюда встаем. На кружочек метка. На кружочек. Так. Ага. Без правил. Угу. А, нет! Через особняк третий надо проехать. Где он? Вот чтобы дорога шла так. Поняли? А, все, понял. Да. То есть через особняк третий и дальше к кружку. То есть через особняк третий проехать надо? Ну там дорога просто, видишь, туда там идет. Там по прямой вот, просто. Да, через эту через дорогу. Стой, третий особняк. Который по прямой. И именно по этой дороге просто нужно проехать? Да. Заезжать не надо к нему. А потом на кружок. Да. Без правил. Мне просто пиздец как интересно, что будет на кружке происходить на этих машинах. Ну ладно. Так, важный момент. Я попросил, чтобы мне вернули это вечернее время, иначе будет нечестно, потому что это как бы разница будет. Так, давай, все. Давай, я готов. Мне очень интересно, что будет на кружке. Все, все поняли, все понятно, да? Да. Без правил. Раз, два, так. Три. Ебать, стартанул. Бля, ты чё? А как он пиздюк такой толкается-то? Я жук. Сколько максималка у хай-фая? Пока что 300 еду по городу. Блядь. 240. Эй, стоп, папа ему! Кирилл, по-моему, это очень, да, сложно этим управлять? Да нормально. Не, ну как бы такое. Есть нюансы, давай назовем это так. Кирюша, я тебя... Что? А как? Что, его ебались тут нормально? Что я? Не управляемая хуйня. У меня красным светом хуярят, блядь. Не, кстати, прикольно, подожди, прикольно. Мне нравится этот франглер, он реально... Блядь! Да, прикольный. Ярик! Ну, что там? Опять же, Кирилл выиграет, блядь, ему похер, на чем ехать, против кого. Я ничего не делаю, меня никто не таранит. Кирилл. Блядь, развернул. Я на улице охуенно. А Ярик дурак. А, без правил уже, блядь. Ярик краски не дурак. Тайм-код! Тайм-кодик напишите, это просто лучший срез моей жизни. Подожди, если еще дальше будет вести, ну вряд ли, да? Ну естественно, блядь. Ебать, он стремится на колеса встать. Он стремится. Что происходит с ним? Он стремится встать на колеса, блядь! Что это происходит сейчас на экране? Блядь, иногда, кстати, великий гонок, ну это такие. Ярик, а ты каким раком тут, блядь? Подожди, ты как это сделал, блядь? Ты же полетел. Ты. Я еще последний? Жучара на месте, Клетки. Кирилл последний? Кирилл последний, как? Понятно. Он, короче, на ведрах не вывозит. Ой, наоборот, только на ведрах вывозит, а остальное это самое. А вы понимаете, что сейчас будет происходить здесь? Так это есть, я сейчас на вас только так. Кирилл, знаешь, что делать нам? Да. Стоим побольше. Так вот. Да. Готов? Давай. Раз, два, три. Я сделал. Я тоже. Едем. Блять, ебать, он хуярит. Ебать, скорость. Ааа, блять, а как? Блять, что с тобой? Ладно, похуй. Что? Я не привык. Подожди, я тоже не привык. Ребят, нет, подождите, а вы хотели бы великие гонки на тачках, типа, реальных? Это же пиздец будет. Ебать, тут же... Мы же везде будем просто... Он очень резкий. Он очень... А как это будет? Подожди, если... Я в ловушке. Охуеть. Блядь, это ж очень быстро. Кирилл, ты понимаешь, что он тормозит как вкопанный? Я видел, как ты затормозил. Ты видел, да? Я просто как на одном колесе реально остановился, блядь. Мне нравится тачка, что она стремится, это как кот. Знаете, если кот всегда на лапы приземляется, эта машина такая же. Опа. Блядь, я ебался. Блядь, это просто... Это что с физикой, блядь, GTA 5, я не понимаю. А где... О, Ключара. Ключара на месте. Ярик. Тихо, блядь, Кирюша там вывозит, подожди. Блядь, ну это очень блядь, жестко, это очень жестко, это жестко, ребят, это... Пизда, все, я ГГ, я походу ГГ. Что происходит у вас? Кирюша, я за забором. Как? Жучара. Жучара хуя... Жучара. Бля, какие тормоза на нем! Тормоза как... Тормоза какие пиздатые, это просто чего? Это как? Ярик, что я... Я снова последний. Да погоди, мне не туда. Хорош. Тихо, прыгай. Он очень любит отец, эти машины понял. Какие-то... Подожди, это невозможно на этих ездить, а как? Да. Да куда я с маленькой скоростью ехал? Тихо. Бля, как он поворачивает, что, блядь? Что? Ебать, я затормозил, перевернулся. Бля, эти машины читерские, все-таки их добавляют, они какие-то... Бля, что? Как я сейчас... Что? Я физичку ебу. Ой. О! Ну, в смысле, вы поняли. Ага. Тихо. Кирилл срезает жестко. Опа, тихо. А я чисто еду. Бля, как ему пофиг, коллизия, хуизия, вообще пофиг. Ярик срезает. Чего это полет? Ярик по воздуху срезает. Ребят, вы как видели такое? Такое четко... Чего не происходит? Я что, победил сейчас?
Да, блядь. Подожди, эти машины обладают... Эти машины обладают каким-то просто нереальным этим. Хендлингом, хендлингом. Сейчас бы проебать, блядь, на последних секундах. Это последний круг? Да. Да? Или нет? Не знаю. Или еще один? По-моему, нет же. По-моему, еще один. Да, еще один. А как ты, блядь, вроде быстро едем, вроде... Или не еще один? Кирилл, ты последний опять? Да. Кирилл на ведрах тащит, я понял. Ярик, куда полетел? Мне кажется, сверху где-то, да? Понял. Ярик, ну, без вариантов. Вообще, на самом деле, интересно сейчас, чтобы Ярик дал руль, потому что, мне интересно, они, наверное, вообще по-разному рулятся. Кирилл, проблема. Тонт. Да? Кирилл, проблема. Я догоняю, я догоняю. А точно еще один круг? Да, да, да. Похуй, что один круг уже был до этого. Ебать! Ебать, хорошо попал! Тихо, тихо, тихо. Да, камбэк. Еду, еду. Тихо, 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 тихо. Братья, камбэк, ебать. Да ты что делаешь? Ты куда его отправил? Ты куда сам я приземлился, я вообще ничего не делал. Нет! Блядь, опять башкой пизданулся. Ярик, у меня проблема поклеить. Саня, у меня проблема, подожди. А, все, Ярик ГГ. Ярик ГГ, Ярик ГГ. Блять, это на этих машинах вообще что-то нереальное. Это очень смешно. Кирилл, откуда ты здесь? Это очень смешно. Ребят, мы это самое обещали, сделаем все возможное, чтобы в следующей серии вы уже увидели новую великую гонку. Вопрос просто, что мы еще, естественно, не сняли. Я первый, кстати. Почему мне так не везет, когда великая гонка, блядь, а? В принципе, еще не поменял. Как там Ярик где... Блядь. Я хотел Кириллу помочь. А, Ярик, дай руль. Дай руль, Ярик. Подожди, мне просто интересно. Мне кажется, что хай-фай не так рулится, как эта хуйня. Хотя... Хуй знает, он вообще писал. Мне кажется, он лучше рулится. Подожди, подожди, ну-ка. Посмотри просто, как эта херня тормозит и как она это самое. А, ну да, тут пиздец тоже. Не, подожди, тут Кирилл, тут... Нет! О, бля! А, подожди, ну куда мы проверим, подожди. Есть в лоб. Едешь? Где? А, ты там? Не забагался. Подожди. Блядь. Я думал, ты вырулишь сейчас. Подожди, ну, слышишь, сейчас я отъеду подальше. Бля, жучара вообще кайфовый, не продавай его никуда. Ну, жучара охуенный. Ну-ка, подожди. Так, поехали. Едем? Едем. Ебать! Подожди, это надо на трассе проверить. Поехали к трассе, подожди, подожди. А где трасса тут поблизости? Поблизости. Где вот, за мной. Направо. Подожди, направо, направо, да, туда. Туда можно по дороге. Не скажи, жучара охуенный. Жучара охуенный. Бля, как тебе пришло это в голову? Он еще выглядит реально. Кирилл, тебе не нравится? Ну, уже больше начал. Полюбил его, типа? Так, ну-ка. Ну, он лучше вот на дороге стоит. А ты попробуй подпрыгнуть, и ты поймешь, что именно он на колеса. Именно, знаешь, сцепление дороги. Не в резкости управления, а в сцеплении на дороге. Попробуй на нем подлететь. Он все время хочет приземлиться на все колеса. Он типа на крышу очень, ну, как бы неохотно приземляется. Ну так, да. Я на трассе. Так, как мы здесь поступим? Давай, да, чтобы... Давай подряд. Я чтобы игрокам не мешать, предлагаю вот здесь вот. Вот вы где? 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 Во-во, Кирилл меня видит. А где? Во. Вот, смотри. Красный парк, конечно, Саня, лично. Давай, нормально, нормально. Так, подожди. Ну давай, тут... мы поедем. Чё? Я отъезжаю? Да? Вот как Кирилл в этой полосе, вот в правой, давайте. Сейчас, отъеду прям по максимуму. Ебать, сейчас будет мясо. Как думаете, до тюряги долетите? А, давайте друг за другом. Уверьте? Да, друг с другом. Да. Все, я еду. Ехать? Да. Угу. Бля. Другой полос. Ну я высоко. Я тоже. Ебать! Бля, только не ту сторону. Ну слушай, по трассе на Врангере лучше не кататься, это однозначно. Тут, ну тут, да, тут просто будут сносить. Ну слушай, не, мне Врангер прям понравился. Какой он злой, бля, на красных фарах. Ну злой, да. Пиздатенький такой. А вот Кирилл, у тебя какого цвета салон? А, бордовый? Красного. Ну, у меня просто ярко-красного, блин, я забыл его покрасить. У меня такой прям американско-красный цвет. Ну что, мешкану мы не завидуем, мы сегодня немножечко размялись, еще и тачки купили, а мешка у нас немножко в... Здорово, менты! Опа. Оцени, жучка! В общем, друзья, огромное спасибо за просмотр, оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если тут впервые. Кстати, вот, забыл что сказать. Во-первых, мы то, что играем на сервере Дель Пьера, все ссылочки есть в описании, начинайте играть вместе с нами. И еще, друзья, мы тут вытащим кое-какой эксклюзивчик. Если вы только начали играть на GTA 5 RP, либо у вас еще не достигнут третий уровень, то есть, ну, недавно начали, либо вы только-только начнете, вы можете зайти на сайт GTA 5 RP, залогиниться, соответственно, зайти в своего персонажа, и там внизу будут купоны, там вы сможете ввести замечательное слово «кочевники», и это даст вам эксклюзивную випку. Поэтому, ребят, количество купонов ограничено. Я сказал, а вы там уже сами думаете, используете его или нет. Я считаю, что бонусы надо всегда забирать. В общем, до встречи на Дель Пьеро, друзья. До новых встреч. Всем пока-пока. Пока.